Всем привет, с вами вновь рыбалка Жориком. И вот уже по традиции с Марком выбрались опять половить щуку. За нами вот такая тучка нарисовалась сейчас, такая красивая радуга. Начинается небольшой дождик, но надеюсь, он нам никак не помешает, а пойдет только на пользу. Подписывайтесь на канал, если вы этого еще не сделали. И погнали смотреть ролик. Я уверен, рыбалка сегодня получится очень интересной. Ну да, там, конечно, такой. Такая тучка идет себе. Она еще и ветер нагоняет. Да. Ну, надеюсь, обойдет нас. Сомнительно, но окей. Сомнительно, но окей. Есть. О, поинтереснее, слушай. Это, может, полторашечка такая, килошечка. Ну, видно, что она падение взяла, да? Да нет, я провел немножко. Да. Ну, хорошо давит. Блин, сопротивляется интересно. Смотри, какая щука, брат. Это по трешечку. Ты видел? Хорошая щука. Хорошая щука, брат. Как тебе? Это 2,5, может быть. 3 даже. Оп. И в домике. Мамочка. Мамочка. Смотри. Какая, смотри, раненая на хвосте. Ничего себе. Так, сейчас мы ее отцепим. Освобождаю щуку. И что? Сломала очередной крючок. Это одно. И вот здесь у нее еще в пасти второй. Это был твой или чужой? Нет, это мой крючок. Я говорю, сломал. Вот, смотри, что осталось. Один крючок я достал хорошо. А второй, смотри. Сейчас достану. О, смотри, что второго крючка осталось. Одинарный был. Смотрите, какая щука побитая, друзья. Интересно, кто это мог сделать? Кто-то ее цапнул, смотри-ка, за хвост, свежая, да? Свежая, да, такая? Ага. И здесь, смотри, бок тоже. Ну, я думаю, тут щука где-то килошка, килограмма два. 2200. Да. Давайте не будем долго ее задерживать. Я бы взял, если бы она была целая, но такую побитую щуку, честно, брать не хочется, кушать. Поэтому отпустим. Пускай плывет. Сейчас мы еще, я уверен, что-то допоймаем. Пришли на точку. Буквально сколько забросов у нас тут? 3-4 заброса, и вот такая хорошая щучка взяла. Так, ну что ты, дорогуша? Собираешься уплывать, нет? Сейчас придет себя чутка. Отпусти ее. Да, сейчас, сейчас. Ух. Пошла. Да, спряталась. Вот. Есть первая щука сегодня хорошая, друзья. Такая рыбалка на сегодня. Долго искали рыбу. В итоге пришли совсем в другую часть водоема. И нашли щуку. Начали ловить. И вот такие результаты. Продолжаем. Дальше будет больше, я уверен. Вот есть. О, о, хорошая. Хорошая. О, я на где-то здесь. Не вижу, брат, ничего. Стой. Спиннинги мои. Ах ты ж. Подожди, брат. Я вытащу, подожди. О. О, еще дождь такой пошел. Да, слушай. Я думаю, тоже большая. Но нам, ты, я думаю, руками. Это не та моя щука? Смотри, тоже побитый бок, да. Такой же. Нет, другая, она же меньше.
Ну, это хорошо, бой давало. Это хорошая, да. Возьмешь сам или подсоком? Давай подсоком. Хорошая щучка, иди сюда. Аккуратненько. Как ощущения? Первое. И вот такой нас накрывает. Дождик сейчас. Сразу, во. Оцепилась? Отлично. Да. Хорошая щука. Ну, около двух, да? Ну, да. А, супер. Погодка хорошая, как раз под щуку. Отличная, да, щучья погода. Дождик заливает. А мы ловим таких красавиц. Такая побитая. Ну что ты? Польская. Ладно, ловим дальше. Да. Покидаем здесь. Хорошее место. Помнишь, что щучка уходила? Берем охапку дров. Вот такую закидываем красивую. Фу, ничего себе у нас. Что, было? Да, трава, вот сейчас я кину. Возьму на 10 килограмм щучку. Было бы, конечно, бомба. Таких мы еще не видели. Нет, трава нет, кстати. Здесь чувак зимой на 12-ку взял. Серьезно? Ну, конечно, я помню, фотки присылал, была даже статья. И там... Ой, на льду? Да, на двенашку здесь было. Есть. О! Такая же попытка. Ага. Нет, небольшая. Нападение сразу ударил. Ну, слушай, хорошо давит. У меня тоже хорошо давит. Слышь, а там пасть вроде не маленькая. Смотри. Она просто так идет. Или мне кажется. Так смотри, какая? Хорошая щука. Точно. Ты можешь пацак подашь? Давай. По факту точно такой же размер. Угу. Прям, мне кажется, одна и та же щука. Я не вижу, где она. Сейчас, я... Видишь, как сопротивляется, я тебе говорю? Аккуратно. Давай, оп. О, точно такая. Еще одна. Хорошая щука. Я говорю, прям мне кажется, если поставить их вровень, они прям одинаково в размере будут. А, кстати, ты туда кинул, где сказал, что это удар. Ага. А я думал, что трава. Смотрите, друзья, какая красивая. А? Хорошая рыбка. Взяла очередная щучка хорошего размера. И как всегда, вот на этот Пурыма. Пурыма слайдер. Джерк слайдер. Отличная приманка, отлично работает. Замечательный цвет. Ну, я надеюсь, мы сегодня еще возьмем не один трофей на нее. Вот поменял крючочек, который сломал. Переставил темный крючок по центру. И сзади в виде хвостика поставил такой вот крючок красный. Такие тучи, дожди вышли в ту сторону, вот там серое все. Ну а у нас пока здесь, сейчас ясная погодка, есть облака, но это все не критично. Есть? Да. Щука? Не понял, как... Или окунь? А хороший вроде идет. Ух. Сейчас, подожди. Держи ее просто. Не сбивай. У меня там этот. Давай. Опс, опс, опс. Я вовсе не ловил. Хорошая щука. Это еще больше. Да. Давайте сейчас. Подожди, брат. Секундочку. Тебе на щипцы, наверное, нужны. Сейчас,
Вот поставил я вертушку с надеждой, что найдем мы сегодня окуня. А бонусом влетела неплохая щучка. Я думаю, да, хорошая. Дайте приподниму чутка. Ух, какая пасть. Я думаю, без твоей помощи я тут не буду. Да, не обойдешься точно. Вот если ты сейчас вытащишь, было бы вообще супер. Ну только как-то он зацеплен, я не понял как. А там... Так, сейчас. Типа вот сюда, да? Подожди, одной рукой так себе, конечно. Ну-ка. Если она дернется, я не удержу. Там еще этот, видимо, из-за сетки не вытащить, брат. Да возьми вот так вот, да под жабру. Нормально. О! О, это хорошая. Окуня. И на вертушечке влетела вот такая щучка. Что скажете? Я скажу. Да? Вообще отличная. Сколько дашь ей? Я думаю, около трех. Я думаю, три есть. Могу дать весы. Хочешь 10? Можем проверить, да? У нас глазомер сегодняшний. Сейчас дам весы. У нас четенькие весы есть. Ну, около трех. Да, около трех. Так она взяла так, что я не почувствовал. Ага. Тяжеленькая, упитанная такая щучка. Да, да, хорошая щука. Ну, видно сразу. Держится? Да, только это там, да. Ну чё? На самом деле, 2 получается, всё ровно 2400. Ага. Ну, 2400, ну, 2,5 хорошая. Вот таких щук мы сегодня ловим. Друзья, мы обещали вам контент. Вот этот контент настал. Сегодня последние все щуки хорошие. У нас там 2 полторашки и вот 2400. Ну что, ловим дальше? Отличная щука. Поехали. К себе ближе поднеси. И чуть-чуть от себя чутка. Во, вот так. Отличная щука. Ну что, делаем очередные забросы и ловим следующих. Погнали. Наверное, семера. Хорошая, брат. Семер? Ты шаришь в этой теме. Была, реально показалась хорошая. А сопротивлялась хорошо. А я думал, тут семера, а тут оказывается 0,7. Смотри, как мы сделаем, чтобы было все по красоте. Опс. Пока. Вот и я обрыбился на этом месте. Марк берет на 5 килограмм, а я на 700 грамм. Вот так вот. Хорошая? Я видел. Хорошая, да? Это реально хорошая? Я думаю, хорош. Там такой всплеск был. Там такой всплеск был, брат. Я думаю, хорошая. Трофей. Вполне. Вполне себе трофей может быть. Похоже, трофей. Извините за мат. Просто эмоции. Да, да. Мы только пришли на нашу точку, где я взял щуку на 7300. Первый заброс. И сразу удар, такой всплеск был. Я даже еще не вижу. Да, это трофей. Стой, держи просто ее. Спокойненько, аккуратненько держи ее. Это же. Представляешь, если это реально та щука с прошлого года. Так, давай сейчас не будем. Ой-ой-ой. Смотри, как фракцион работает. Да. Если я затяну фракцион, она мне... Да, не надо, не надо. Не
Что оно творит? Потягиваешь? Оно не дает. Не дает. Подключи чутка. Ну, давай! Первый заброс! Первый заброс! Держи! Стой, стой, подержи ее так! Подержи ее так просто! Вот это да! Я видел, такой был всплеск. Ну-ка. Если получится, освободите, интересно, я сейчас сразу. Подождите, стой, я держу. Да я тебе дам на плоскогубце. Вот сразу выдергивай вот этот первый. И что, сработало? Да, Ива? Прям нападение, да, такое? Бам! На тебе. Стоп. О. Так, подсак 900 грамм. Предупреждаю сразу. Шесть кило. Сейчас. Дергается. Чутка. 5900. 5 килограмм щука, смотри. Видишь, 5900. 5900, да. 5 килограмм ровно щука. Она так не выглядит, слушай. Ну да. Ее измерить бы длину. Да, длину бы измерить. Смотри, какой здесь порез. Смотри, какой у нее здесь порез. Ничего себе, да? Друзья, смотрите, какая рыбка. А? А? Длина 95, наверное. Ага. 95. Ну да, где-то 95 будет. Пришли на точку, где я в прошлом году взял щуку на 7 килограмм 300 грамм. Первый заброс, и вот такая щучка. 95 сантиметров и ровно 5 килограмм. Сейчас мы эту маму отпустим. Живет. Давай. О. Да вроде в порядке, да? Стой, не давай, не давай. Подожди, подожди, не давай пока, не давай, на боком еще. Поведи сюда. О, все, пошла. И я видел, кстати, это падение. То есть ты только кинул, только коснулась воды приманка и сразу всплеск. Я даже не успел сделать прокрут. Сразу был удар, всплеск, и вот такая рыбка. Мы только сюда приехали, первый заброс на этом месте. Вот такая рыбалка получается. Смотри. Я помню, там она... О, есть? Окунь. Нет, щука. Я помню, что... Хорошая, кстати. Походу, не? Можно взять такую? Да. А, не, маленькая. Да. Ну, жадно взяла. Угу. Только с моря зашла, видимо. О, не видел, как я закинул? О, в траву кинул и сразу с травы взяла. Ты видел? Да. Прикольно. Было вообще красиво. Уже две щуки здесь. Прям вообще красиво выскочило. Нападение сразу, бам, туда. Тоже почему-то мелковато. Конечно, мелковато. За веревку надо ходить. О. Ладно, сейчас мы тебя возьмем. Подожди, малышечка. Не, было красиво, конечно. Красиво было.
Давай, иди сюда. Опа. Все, пока. Ух! Ух! Все, вытаскиваем, погнали. Переплелось. Крючок в этот зацепился, прикинь, приманку сзади. А там тоже какой-то, знаешь, такой проток, как будто, да? Угу. Смотри. О! Все, в проток я тебе попаду. И поеди вытаскивать пуру. Есть. О! Она из протоки вышла. Точно такая. Я понял, там еще одна должна быть, да? Наверное. Да. Смотри, как взяла жадно. Да не, мелочь. Ах! Пока. В общем, за моей спиной вот такие волны. Порывы ветра достаточно большие. Не получается комфортно половить, не найти рыбу прям в хорошем количестве. Да, за целый день мы поймали немало щуки. Щука была хороших размеров. К сожалению, не получилось поймать окуня. Единственного одного поймали, но в целом окуня было не найти. А вы же, друзья, подписывайтесь обязательно на канал. Ставьте плавники вверх. Устанавливайте колокольчик. Не пропускайте новых видео. Дальше больше. Дальше еще крупнее рыба. Интереснее рыбалки. До новых встреч. Всем пока.